Не раздражает. победить в этой игре. Игроман какой-то, тебе только дай поиграть. Ну подожди, ну мы играем в игру, весь смысл такой. Неважно, за какую ты садишься. За партию шахматы, шашки, там, я не знаю, там, фантики какой-нибудь, там, я не знаю, еще что-нибудь садишься. Да, забей, я это не слышу, не окей. Это правила игры. А зачем тогда садиться не игра, слышишь, если ты хочешь под давки хочешь? Не слышишь, что я тебе говорю, да, ладно, забей. Так, Вич, мы с тобой все по стандартному, но учти, у них там тоже это самый Влад стал играть хорошо, а Юра с ним вместе, он тоже саппорт хороший. Костя, конечно, надо держаться. Серег, для тебя специально я солью. Костя, ты вообще играть хочешь? Я? Почему нет? Ты победить хочешь? Ну тогда хватит тогда такие слова. Если ты не хочешь играть, давай, ну закончим это и все, и не будем Серёг, тебя мучить. Это серьезно к тебе относится, это раздражает. Успокойся, будь на лайке. Как серьезно, все серьезно к этому относятся. Все хотят нет, победить. Игра. Подожди, подожди. Серёга, ты играешь коллективную игру. Если ты кто хочешь. Хочет, девайте, кто хочет, да, если ты хочешь играть, то играй. Если не хочешь, то зачем других-то людей если мучить? Не хотел, если бы не хотел. Не раздражаешь. Если бы не хотел, объясни его, правильно? Кто его знает? Всякие люди бывают. Это слишком к всему относится, серьезно. Это не тяжело, а тяжело. Просто ой, людям не нравится, когда ты играешь не в полную силу, а они играют в полную силу. Я, нет, я не хочу просто настолько платить тему. Это он там не стоит нервы и вещи. Я и так знаю, что я могу играть там... Много текста. Честно, вот, блин, я слышу все не по делу. А дело у нас одно, победить. Вот. Золотые слова. Потому что человек хочет победить. И я ему согласен в этом деле помочь. О, боже мой. Именно так. Это давай оттонуться. Я кеттон сделал. Хорошо, захватываю. Два пулемета. Угу. Как неудобно я высадился. Серёга, это рандом, братан. Чего-чего? Это рандом, братан. Там прописывай. Так замечательно, я говорю, просто констатирую факт, неудобно высадился, но... Если бы остал рандом какого десантника, был бы сейчас настоящий счастье. Нормально, нормально, все, все отлично. Ты, кстати, хорошо закрепился, молодец, Костя. Вот, вот. А я знаешь, пойду, я познаю, где он. Правильно, будет, правильно, правильно, да. Все правильно делаешь. Я вот тогда пошел и получил по щам. И зачем? Это... Я и знаю, что они вынесли, он слишком силен. Вот, наше дело сейчас точки. И развиваться. Немцы же сильны всегда, как вы ванили, в развитии. Вить, захвати пулеметом вот эту точку. Я пока пулемет мой здесь, чтобы просто меня некого туда. Пулеметом захвати прям. Вы главное, пожалуйста, стройте точки эти, будки для гребаны. Да-да-да-да-да, все, все сейчас будет. Миномет построили. О, это твоя работа, кстати, Витя. Я отойду пулеметом. Подожди, а этот ТС, который этот... Это он часто батарея, нет? Это... Витя, я захватил VP. Здесь, иди на VP. Витя, захватил, иди на VP. Понял. Маловато. Че, ничего, 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 по очкам и все нормально с этим. Да плевать на очки, да на топливо. Я имею по ресурсам, не по очкам, а, по ресурсам. Опа, 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 опа.
Лечилка готова. Отлично, отлично. Вот она мне просто необходима. Просто необходима. Занимайся. Саня, так давай поспокойнее, поспокойнее. Ну, игра серьезная, что не говорю. Там ну, играют против нас ребята серьезные. Контролируйте, вот. Одну шишку уже ставлю. Прям вот здесь вот, прям. На благо, на острове. Я буду здесь, наверное, сидеть, ребят. Он будет сейчас центр захват, потому что, естественно, центр пока защищать. Да, ты пока его не тянешь, да. Но ты, не, Кость, поставь тоже одну шишку какую-нибудь. Я уже сейчас буду ставлю, я на их ресурсы накопил. Я поставлю две сразу. Так, ну что, иду в первую фазу. И потом во вторую. Осторожно, Витя, он тут, у него. Ну, я много пехоты наспамил. Чтобы быстро захватить точки. Бляха, не туда, пацанами. А кто зашел-то сегодня? Сейчас, блин, уже офигу, вышел. Подслушивает нас. Даже кто-то вышел. А, вот они как. Вот они как, ребята. Не хотят мне давать. Сейчас мою шишку снесут. Хреново. Опа, опа, Гриль засел. Сволочь. Укурен в лесочек? Да, они... На пляж идут. Обходят. Да, я тебе сначала помогу, твоему пулемету. Да, это фигня, ничего не сделает. Угу. Все, вот я на пляж. Давай. Во вторую фазу перехожу. Давай, давай. Где мой миномет? Вот. Блин, Витя, меня что тут как-то косят по дороге, пока я иду. Угу. Всю бомбежку надо кидать на Диму только. Да, согласен. Понял. Потому что только так, он же там, как всегда. Я экономлю пока. Да-да-да-да-да-да, это все правильно, все правильно. Минус один. Кого-то бил уже? Одного пацана им свалил. Так, у меня есть одна бомбежечка. Я пока буду будки строить дальше. А у нас топлива слишком мало, очень мало. Что-то плюс 30. Хотя бы 40 бы было. Главное, чтобы Дима не сделал танки. А? Раз пока не бомбим... Нет, Юр будет делать танки, скорее всего. Ну, это у вас. А, значит. Раз пока не бомбим, я прокачаю лечилку, ребят, тоже. Я тут закреплюсь на этом. Ну, мясо выходит. Ну вот ты. Ну, мясо любимое. Зачем, Дима, зачем ты делаешь? Ну, может мне в танки надо пойти, а? Куда хочешь? Я просто надо бомбежка опять я оттягивается. Пулеметами... У меня уже готова бомбежка, просто может уже пора бомбить просто. Ну можно, можно, у меня уже есть. Ну не знаю, мне кажется, надо дождаться двух. Да. Я могу разведку сдать. Не-не-не-не, да, дождаться двух, я согласен с Витей. У меня в заказе. В заказе. Подождем. Никого не стрелять, не сбрасывать. Ох, а ты от генетически пал, не миномет слили. Ну и ладно. Чё ж ты его не следил за ним? Да, если он близко. А, под огнем снайпера. Ага. Так, я в 8-й воздушный, потому что нам нужно будет больше ресов. Больше ресов.
Кого скин бомбежка-то нет? Подожди. Ждем, как Витя сделает. Шкода будет. У меня уже сколько там есть? 123 топлива, маловато, конечно. Попробуйте еще вышку сделать. А, вас нет. Опоздал, Юра! А, Влад опоздал, видишь? Не успел поставить. Это куриный хрен. Да, это отлично. Разведку давайте. Давай. Куда? Покажем куда. Ну, надо понять, где арта или где что. Я не вижу пока арты. Ну, я в разведку сделал, посмотрите, что как. Пока ничего нет. Вот строит. Кинул на нее. Молодец. А он не достроил сейчас, он кидает, но он, мне кажется, он сольет. Он отменит просто и все. Пускай отменяет. И что, жалко? Давайте еще вот сюда одну, это, я могу бросить одну. Уже бросил. Дать разведку или что? Не-не-не, я бросил, бросил. Все, на Диму бросили. Сейчас бомба будет. А все мимо, все мимо. Бля, хамуха мне засунулось все. Все мимо, вот. Вот все, что было, все мимо. Нам топливо нужно больше, чтобы выиграть эту войну. Чтобы выиграть эту войну, нужно больше топлива. Я понимаю, но он пока нету, извини. Да блин. Эти снайперы еще. Нужно ремонт завести. Может быть нет. Да, печалька. Привет, стоит. Возьмите центр, ребят, хоть как-нибудь. Потому что я так понял, держитесь только за счет моего VP. А это не очень хорошо. А меня тут тоже, честно говоря, прессуют вообще. Очень хорошо прессуют. Ладно, сейчас пробуем. Надо обходить-то надо так. Тоже долго обходить. Да, такой. Топливо нужно, топливо. Но слишком мало. Вот это, заходи, заходи кто-нибудь. Да. И куда он кинул? Дебил, бляха муха. А успели кто-нибудь? Пушку делают здесь. Ну, эту. Гаубицу. Да, вижу. Но я, к сожалению, на другой бросил. Ведь, извини, прям не могу. Достал меня Влад, я бросил на него. Но, наверное, это неправильно было. Главное, чтобы Дим не хулиганил. Вон, видишь, он по мне стреляет еще, к тому же. Я его тоже достал. Он поставил гаубицу, чтобы стрелять по мне. Хорошо, это очень хорошо. Он не будет очень в одной... Хорошо. Ну, в том смысле, что он не будет. А он что, прямо наводка стреляет? Да ладно. Серьезно? Очень долго копит эта хрень, на самом деле. Нормально, нормально. У меня уже офицер, и он может сбрасывать ресы.
Вот как с этим мясом бороться? Бляха, добили меня этого пацана. Но он наделал много всяких дел. Успел таки. Один ящик куда-то упал. Не гаубицу? Да, добейте эту гаубицу. Где она? Добейте эту гаубицу сраную, блин. Добили. Я сейчас ожгу. Давай, давай. Да не добил ты, куда ж ты убежал? Ты ёб. Я не понял, бегал. Не зажигал. Витя. Выбили ее просто. Я ее все. Я бросил. Не выбили, они опять теперь захватят. Я туда бросил бомбежку. Не, смотри, не попадите под мою бомбежку. Я вижу. Вот этих держать надо. Он не будет мне стыдно, потому что нейтральный, мне кажется. Все нормально, долби, все. Долби, долби туда, долби, долби пехоту вот эту. Долби, не отступай ни в коем случае сейчас. Зачем долбить? Зачем? Не, отступать? Не отступаю, не отступаю. Отлично. Все. Красота, атата. Был этот как его. Что надо было, в общем. Я добью гаубицу. Они защищали. А что с гаубицей? Можно захватить ее? Не надо. Не-не-не, убивайте, убивайте гаубицу, не надо, не надо. Так. Все вроде бы. Очистили. Какой все? Они-то живы. Они живы, и очков у нас меньше, так что ничего не все. Не, что, что их выбили, понимаешь? Окопаться и воевать дальше, все просто. Это само собой, да, да. Это я ничего не говорю. В этом ты прав. Блях, как такой дымак-то? Откуда? Диман это вообще этот. Он сам по себе живет. Сейчас, Витя, они по центру опять поперли вот здесь вот. Я подведу свой блобик. Я уже блобик небольшой сделал. Ну это не блоб, это просто остаток пехоты. Хорошо, что ты сделал блобик. Где моя пехота еще одна стоит? Как, в смысле уничтожен? А с чем бьет-то? А, мразь это бьет. Так, у меня есть бомбежка, ребят, если что. Там а, блин! ПТ-пушки, ёпарас это, у меня ПТ-то нету. Сейчас я блобиком своим. В смысле ПТ нет? Ну, у меня есть два ПТ-ружья, но... ПТ это самое, пушки нет у меня, вот против этого. Не, это бомбежка, это отсюда в толку, вот по центру не знаю. Тогда я пошел с фланга вот отсюда наступать, я не буду по центру, сейчас я вам не нужен на центре. Вообще можешь не появляться на этой игре. Причем. Не, нормально играем. О, гаубица бьет по моей этого самолету. Гаубица он там стоит. А где она, где? Я могу, у меня есть бомбежка. Есть у кого-нибудь еще одна? Разведка есть. Нет, разведку давай разведку подвоим. Да. Уже сделал. Сереж, давай, высаживай. Куда, покажи. Покажи, черт, конец. Я наверх не высадил. А мне куда тогда бомбить? Сейчас даю еще разведку. По соседней. Вот, сюда вот, давай, давай, ну, окей. Даю, давай. даю. Да я понял, понял. Там капитан, она не помрет сразу. А, пулемет, нет, отступай, пулемет. Здесь толпа. Очень маленький. Не добили. Я тут десант высажу на всякий случай, хоть как-то, но добьет. Давай. Если что, могу это пульнуть чем-нибудь. А нет, не надо ничего пульнуть. Есть, добили! Ха-ха! Сейчас вторую надо добить, которую Витя бомбил. А чем она не сдохла? Нет, она не вот сдохла, вон она, видишь, не сдохла.
Я скину, если подойдешь поближе. 8, давай, кидаю 9. Этот, как его. Подавление, подавление по ним полетело. Нет, нету. Я сбросил. Давайте, хорошо. Ох, пошло подавление, Вован. Отлично, 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 отлично. Так, по нам так, пехота есть. Идет. Да, вижу. Слышишь там, пока я нападу на него? И танк едет. Я пак поставил. Сейчас сделаю его поближе. А где мой мотоцикл-то? Пиздец, а. Давай, давай, пока не уходи. На бомбежечку есть. Есть, да? Я тоже готов, еще. Если что, давайте. Что-то нет. Вот. Если что, мне бомбежки, ну хватает ресурсов. Топливо нормально, сейчас топливо нормально, хорошо. Вот этот танчик надо добить, вот этот танчик, давайте я сюда. На, конечно, надо на Диму я говорил все время, но, блин, я не знаю, что с этим танчиком надо вот делать. Дим, понимаешь, я кидаю на этот танчик. Сюда разведку дайте. Могу... Разведку что дай. Делать? Сейчас даю. Куда? Она вон уже засветилась, дал. Бляха, не увидел. Засветилось еще, да. Еще. Да, давай, давай, жду. Куда разведку давать? Уже дал, все нормально там. Это что ли? Нет, в другое там он показал. А лейки больно еще будет, если лейки ходят? Ну, использую, использую. Ну, когда после пользуются? Серьезно, они используют артиллерию. А, сектор артиллерии, аккуратно, секторная. Народ, у меня жесткий. Готовы ковровые, но у меня нет ресурсов, так что буду копить на ковровую, наверное. Давай, давай. Но, в принципе, если что, на обычную тоже сброшу. Попробуй сейчас лейку пострелять. Она же далеко стреляет, да? Угу. Ну, боюсь, если я только возьму, я ко мне в гости приду. А, вижу. Попробуй сейчас Дима атаковать, ну так, пощекотать его. Если чего, артиллерия есть. Могу сюда сбросить. Давай. Сделано. Ой-ой-ой, Бофорс построили. Ой, мой самолетик мой сын. Ой, как хреново. Бофорс построили. Я не могу. Держите центр. Да, долго мы будем строить. Сейчас кину на них. Сережа, кидаю. Куда? Покажи. На них, на твоих, на пляжу. А зачем? Стрейф, что ли? Да. Да не надо, я сам справлюсь, блин. Он убежит, от смысла нет, ведь у них там Бофорс, мы не прошибим, он вернется обратно и ничего не... Видишь, результата нет никакого. Надо Бофорс с ними уничтожить вот этот вот. Ну а в чем проблема? Сейчас пехотой подойду. А, на пушку твою идут. Да, вижу, у тебя твой пулемет сейчас отработает. Там два пулемета. Ника, твою дивизию! Дивизия? Где-то дивизия идет. Еще один Бофорс у меня здесь сделали. Да. Ну, я их долблю уже. Бляха, ничака сдох. Ребят, по-моему, сейчас у меня ковровая будет. Надо только ресурсы мои найти. Я куда-то их сбросил, а куда не вижу. Ну, ресурс неплохо, плюс 50. Блин, я ресы потерял. Они в воду, наверное, что ли, убрали. Короче, кто увидит мои ресы, покажите мне. Они где-то там лежат, а вот где, не знаю. Ресы? А, ресы.
А в какой области ты сделал? На что? Ну вот где-то здесь, вот где-то здесь. А, вон они, да, вижу, спасибо. Я работаю рейтингом, понимаешь? Вот так, в этом году. Они гаубицы кинули по моему этому. Миномету. Очень богатые. Держите центр. Они пытаются лезть на меня, но у них пока ничего не выходит. Ой, тут очень много этих, кто там кружит, сделал Диман. Так что в основном танки против него бесполезны будут. У меня есть ковровая. Стопроцентная одна. Ну, я не сможешь поймать. Да, не смогу. Меня затрахал, честно говоря, минометики и бафорс вот этот вот. Я тут насливал немножечко. Ой, не нажал, твою мать. А чё я лейку не сделал? Никто не скажет. Я тоже не знаю, ведь. На минометы надеюсь. Повезло одно, что Диман не строит игре в этом. Я могу, в принципе, рейки попробовать угла бы вывести. Но центр они пока что потеряли на время. Идет пехота по центру. А Диман-то? И танк тоже. На центре одна ковровая, говорю, одна. Он ее будет бояться. И стрейф, или либо ковровый, у меня 230. Ковровая, либо обычная бомбежка. Давай лучше, кстати, это подавление. А ты видишь, он готовится атаковать. В каком месте? Пока... Добейте танчик, сделайте, повредите ему мотор. Выполнено. Оп, заливка на меня пошла. Все, бафор снесли, отлично, супер. Здесь танчик на, не знаю, третье хп. Я сделал разведку, сейчас добью его. Давай. Ага, и бомбеж, и бафорс, и его добью сейчас сразу. Все. Ого. Идет сюда, смотрите, внимательнее. А, там один, да. Стрейф пошел по ним. Давай. Стрейф у меня тоже пошел. Хорошо. Вот здесь вот этот бафорс надо снести. Еще один? Да. Сколько они всего слили. Так, надо двигаться вперед, я уже чувствую. Да мы тоже немало слили. Что-то мне кажется, надо на горных егерей лычки делать. Либо лейки строить. Что-то меня затрахали эти бафорсы. Я сделал лейку, только что не выходит у меня. Каменный цветок. О, выходит. Танчик можете починить, если он живой еще? Да. Где ты там? А, он живой? Не, он не живой уже, к сожалению. Бля, ну ты спросил, может. Уводи. Бляха, ёка, очень своевременно. Уводи, бах, минус 50 человек. Сейчас вот этих прогоним, может быть, на базе сделаем ретрит. На ретрите поймаем, а? Я сделал, готов. давайте. Делаю разведку. Давай. А тебе хватит на что-нибудь еще? Мне на одну, а он потом побежит к другому, ты вы вторую делаете. Я одну делаю. Все, он сейчас побежит ко второму. Давай.
Есть, этот Бофорс уничтожил. Вот, сейчас попробовать поймать его. О, хорошо, больно, да? Вот, вот сейчас получится, если этому козлу. Меня не, я пустой. О, хорош! Я пришел к нему на базу. Народ. Он сейчас прибежит. Он сейчас прибежит. Нужна будет бомбежка. Не заряжается пока что. Не стреляй, я могу коврову дать. Я могу коврову дать, если нужна. Нет, коврову не надо. Лучше стрейфануть его. Стрейфани его. Где он? Ладно, я стрейфану, не надо, не надо. Я стрейфану. Блин, поздно, я уже стрейфанул, ладно. Че, у нас сверху совсем все плохо? Смысл, никого там нет наверху. Вот эти точки имеются в виду. А я к ним куда иду, ты чё? Не, мы... А, кстати, вот гаубицы стоят, они-то стоят все еще. Да бляха, где моя пехота? Почему она не выходит? Я иду сюда, иду. Да, видно. Стрейф готовьте, есть у кого стрейф? Да, есть. Давай, стрейфи. Больше никак не справится. Да не получается, он разбегается, он не дурак тоже. Да. Он дурак. Ладно, если задержишь на секунду, он получит стрейф. Нет, не задержал. Ну, это смысла нет. Держат огнем. Нормально. Я иду твоими. Ушел в танки наконец-то, все. Ты? Пошло время-то. Да как они так долбят-то? Вот, убежал, друг. Даже новый танк у них появился. Да, новый танк. У меня бомбежка есть одна. Что-то Дима уже и блоб скопил, и гаубицы этой штуки живы. Дима, одна бомбежка есть, ковровой пока нету. Да, могу бросить одну бомбежку на Диму. Говорите, когда, чего, где, готов. Заливку. Давай на Диму, на какую-нибудь гаубицу. На две. Делайте, делайте эту самую разведку, и я, я готов. Мне нет разведки. Ну, не Костя сделает разведку, а мы бомбанем с тобой. Показывай, куда. Куда бомбить? Вы не можете скоординировать движение, ни хрена. Куда, что делать-то? Вы... Ничего, Кость, говори. Витя, что, то есть говори, куда, куда делать разведку, куда бомбить. Да блин, вот две гаубицы стоят. Раз, два, дайте... Разведку по ним двоим. Короче, давай. Я вот на дальнюю бомблю. Я на дальнюю. На дальнюю, окей, я ближнюю к нам. Бомбанул, там офицер, кстати. Сбросил десант еще заодно. Я тоже бросил десант. Они добьют, если что. Как с этим мясом дран? На пляж заходит. Да, да, иду. Бляха, он в здание долбит, дебильный. Одну гранату бросим на пушку, и она, может быть, добьется. Да он в это как его бьет по машинке. Есть, она померла, надо ее добить. А то он сядет. Одна граната, и он добьется. Я сейчас выслужу. Да зачем это сюда бомбежку? Он уже дохлый. Это моя была бомбежка. Все, сори. Это я туплю.
Не прорвется он. Он побежит сейчас на базу к себе. Там мы его и поймаем. Ну и пушку добивают. Ну что танк тут его. Я понял, они прокладывают команда. Дорогу к танку. Ну пушку он снес, но он ничего не добился этим. Да, ты добил вот это вот. Вот это надо добить. Вот он сюда побежал. А там танк я не справлюсь. Да кинь эту. Да, да, уже пошел. Все, добили танчик. Хе-хе-хе! Я машину снес Владу, все. Ну а что, Влад не опасно, опасно тут. Не-не-не, Влад очень хорошо играет. Самый опасный Дима, потом Влад, потом Юра. Пулемет на точке делает. Они все находятся здесь. Но вот здесь, да. Помню. Вот здесь еще тоже. У меня Коврова сейчас будет. Только подождите еще немножко. И сейчас она будет. А толку? Как толку? В Диму бомбану. Конкретно куда скажете, это будет уже... Это полный улет. Если Диму добьем, все, там уже все. Куда ж ты высадил? В смысле, куда? К точке, куда? Пулемет там у них. Долблю по пулемету, я сказал. Пулемет. На точке. Ну, а ты сейчас не будет там, смотри. Оп, ну так и не будет это. Я же его почему затолкнул, 6 секунд бы подождал. Видишь, нет. Молодец. Это параша даже подавлять не умеет. Она подавляет, ну никогда у нее 20% хп. Опять, свинья пришла. Все. Они побежали. Давайте Коврову, они к Диве. Разведку мне давайте. Сейчас он добежит до него. Подожди, подожди, добежит, и все нормально будет. Разведка есть. Сейчас рано, еще рано, рано. Вот. Я бомблю. Все, это последнее. Это все. Они не дураки, надо куда-то сюда, понимаешь? Подавил. Вот еще одна арта. Да он заново не успеет. Пехота назад бежит, вся пехота назад бежит. Да, я вижу, ну, что есть уже, что есть. Бомбите еще просто. А было чем? Ну, что осталось? Вот сюда. Они бегут на край карты. Вон у них там это самое. Ну ничего, верно, у меня есть бомбежка, есть одна. Вот эту бы надо гаубицу добить. Ну вот эту вот, которая, вот эту вот, Димина. Да. Не, у меня, кстати, есть, знаете что, Коврова тоже, но куда кидать ее? Добьете, мразь? А, пулемет. Да, иду на пулемет кинуть лимонку. О, молодец. Вот эту гаубицу нет, добьем. А у Димы вот это надо две гаубицы добить. Вот эту и вот эту. У меня Коврова есть, но не жалко. О, Влад идет. Ну, стреев есть, все, дофига все. Отступай. Дима идет своим блобом. Кидай гранату в эту самую и отступай. Малыш бежит. Отлично. Да пусть бежит. Малыш, тихо, центр, внимание. Не спугните только. Хорошо. Нет, малыш. Ну вот и все. Он бежит, Диманыч. Отлично.
Могу еще бомбежку бросить, если дадите цель. Уже дал. Уже дал. Куда покажи, куда Скажи, покажи. куда? Куда? Сюда. Но он оттуда уйдет. Давай, я кидаю, все. Давай, пошло. Если дадите засветку, потом будет еще на одну бомбежку. Сейчас он отойдет в сторону, и давайте куда. Вот смотрите, куда он отойдет в сторону, и все. Туда им бомбите. Вот я кинул Коврова. Не, Коврову не надо уже. Вот он отходит в сторону. Вот сюда, чуть дальше кидай, и все одно. А куда бежать-то, не знаете? Да не, ну это дебилист. А, они долго летят. Все, вот сюда, кидайте. Кидать. Отлично, отлично, отлично. Он сейчас побежит опять. Он так и будет бегать. Ах, бегать, Диман, какие мы звери, звери мы. Серег, ты упиваешься, давай. Ну, ну, у сильных противников круто выиграть. Извини меня, Влад, сколько раз меня обыграл. Ну, машину. Чего-чего, да, уже иду, езжу. Иду, ежу. Так, наверное, пулеметы вот эти вот, то, что в тылу, я поближе поставлю, чутка. Вон он идет по центру. Сейчас мы стрифанем. Главное, чтобы топливо полно, это самое важное. А я отойду, я вижу, что ты в меня стреляешь. А я отойду. О, опять мясо бежит. Я и говорю, да, у Влада там. Летит самолетик мой. Хорошо. Летит пулеметчик, да синий платочек. Ну, слабовато было. О, сколько здесь мяса-то. Здесь очень много мяса. Я там не помогу, я сейчас... Я готов бросить одну бомбежку куда-нибудь. Аккуратнее, огромное мясо. Вот его пушечка, я добрался. Аккуратнее, минометчик. Дайся, Петя, посмотри. Да, не хрен с минометчиком, это ж минометчик. На поздний жалко. Он мне не важен уже. Знаешь, сколько их слил? Нет. Не знаешь. Я много слил их. Лежал. Надо гаубицу заливать дальше. Да. А, все это заливать начинают, нет? Не нет. знаю, может быть. Нет, они не будут заливать так. Вот здесь готовься, сейчас стрейфану их заодно. Вот здесь вот на машину, да. На машину готовьте бомбежку. А, они сектор не сделали. Под капитаном. Опа-па. Бомблю! Давай. Черт, меня слили тут. Блин, по центру VP. Ребят, да что-то мы про это забыли. Смотрите, какая там балабина с трехлочковым лейтенантом. Я бегу. Я не могу там. Трехлочковым лейтенантом я потерплю, я дохленький. Что ты по своим голубям? Что бомбежку делать? Мне народ сливаешь. Это какая-то у нас паника, немножко так надо снова собраться нам надо. Давай, ну Диму не сливаем, давайте хотя бы центр держать. Хрен там с Димой, неважно. Вить, у тебя стоят эти самые, почини, пожалуйста, вот. Я к тебе подъеду танчиком. Да. Не дает мне добить. Есть у вас что-нибудь?
Нет. Это нормально. Только стадейв. А ну давай, сейчас в узком переулке. Ну давай. Все, я уже убегаю, там бомбежка, все. Отлично, все. Ух, как им больно. Ну что больно? Надо все сдавать. Полички больно, имеется в виду. Сереж, там это, мин много было на центре. Я пошел с миноискателем. Там было добить его. А центр не захватите, нет? Никого центр, не давайте, да. Я говорю, миноискатели туда веду. Ты дальше. Там минус. А, думаешь, там минус, что ли? Ведь я немножко отъехал танка, еще раз снова сделай, чтобы этот. Да. Чтобы его. Осталось машины все равно чуть-чуть добить. Чуть-чуть добить. Еду в центр. В центр, они центр держат. Меня надо успеть туда пойти бофет поставить. Забелил, отошел. Сереж, помощь нужна. Где? Покажи. На центре. Да, на центре. Да. Еду вторым. Где мы, блин, танчики мои? Они что-то хреново двигаются. Да двигайтесь, вы дебилы. Отступаю. Заливку. Так, есть ковровая. Давайте, может быть, Диму там или бомби. Или тогда арту вот эту добьем. Выбирайте. Я тебе арту даю дальше там. Я выбираю поставить на центре заливки мои. Пушки. Танчик я слил. Кидаем по тебе это. Не, ну он, наверное, уедет. Если моя лейка по тебе не попадет, да? Да. Ковровая есть, давайте использовать ее. Народ, у меня 300. Важно, на Диму? Не, я не хочу на Диму, а он опять убежит. Ну ладно, хрен на Диму, кидаю и все, ладно. Потому что хоть что-нибудь там. Пусть побыстрее перезаряжается новая. Ваш хвост вообще на центре нету. Так, сейчас подожди, попал, сейчас, нет. тихо. Нас... Саш, тихо, не мешай, пока. Тихо, пока. Да, Сереж, нет. Да, у нас очень серьезная тут игра. Не, наверное, тут как бы... Саш, пока. Погоди. Не хотим, не знаем, кого у нас. Вот эту последнюю бомбежку, это уничтожьте и все. Какой-то фигней заливают, слышишь? Они всем подряд заливают, что у них осталось. Заплевало на них. Вот ты дрелы держит. Вы меня слышите? Слышим, Саш, нет. Подожди пока. Мы сейчас заняты очень серьезной игрой. Долги. Да, хитрка, я здесь в порте почему-то вас не слышу. Оставлю вас. До свидания. Давай, Саш. Ну, отбили их немного. Коврова есть. Давай сейчас... Я на верхнюю, на дальнюю гаубицу кидаю. Да, мне плевать потом. Вы только когда кидаете? Я в эту кинул. Ты кинул, а кому... Вот эту гаубицу раздолбайте. Вот сюда нужно бросить, вот сюда. Есть у кого? Кого? Есть? Да, коврову кинуть или что? Обычную бомбежку брось. Или ковровую, неважно какую. Окей, кину ковровую. Все, давай. Летит уже. Сейчас я чемпионат смотрю, смотри. Все, отлично, просто. Ой, гигантская игра. Мясо, такое мясо. Сколько ты кайф получаешь от этого? Ну ты посмотри, какие игры серьезные. Да это просто игра на самом деле, ну вот. Ну игра, ну как, нет, но игры там люди-то не слабые сидят. Защитите вот это танчиками. Окей. Все, окей. Отлично. Вич, к тебе танчик мой дохлый приехал. Все. Все, не выдержал. Не, ну тут мы сбили его просто все, что ты хочешь. Все.
Одного вижу дохлого. Побежали. Все. Ну, ой, давай. Серьезная игра, серьезная. О, Витя больше всех набил. Я второй, я, кстати, на один я чуть-чуть меньше набил. А я минус, Ты далеко позади. Влад, ну, больше всего, Влад больше всего потерял. Хотя вот как раз вот он против меня и стоял. А меньше всех Юра набил. Я вообще в минус ушел. Почему? Ты 113-113. Он убил. Да, ты все нормально. Не, ну это конкретная игра была. Вот это было мясо. Вот такие игры стоят времени потраченного. На 50 минут бились. Но представляю, как им обидно, блин, вообще.